Так, друзья, всем привет. Проверим звук. Так, поставьте плюсики вот в чатах, если меня слышно хорошо. Сейчас посмотрим, у нас трансляция в YouTube идет. Вижу, да? Поставьте, если есть у кого возможность, друзья, поставьте плюсики или что-то еще там, не знаю, минусики, кому что угодно. Минусики, плюсики. Всем добрый вечер, всем хорошего настроения. И всем, кто в YouTube смотрит, всем тоже звук проверим. Да, все. Всех приветствую, всем доброго вечера и хорошего наполнения. Я вот так написал. Вижу, сейчас звук идет. Угу, отлично. Отлично. Угу, отлично. Так, всех здравствуйте, всем. Астафуров вот вижу, Владимир, Алексей, Алексеевич, да, Ольга, Сергей, Юлия и еще другие коллеги. Угу, всем хорошо, хорошего вечера. Так, все в порядке. Добрый вечер всем еще раз. Владислав Волков меня зовут. Я являюсь на сегодняшний день представителем SkyWorld Community непосредственно в Бельгии, веду это направление, да, вот Петр пишет в YouTube, привет, да, в Бельгии, и на сегодняшний день, да, спасибо за обратную связь, друзья, вот Денис, я смотрю в YouTube, добрый вечер всем, Николай Песов, Кубайбергенов, Айзере, если неправильно, извиняюсь, да, Петр, тоже приветствую. И в Бельгии продолжаю вести это направление, да, и плюс еще на сегодняшний день являюсь руководителем отдела подготовки проектов адресных и всевозможных проектов подготовки, да, я прям на это уделяю внимание, подготовки от SkyWorld Community для юницкий String Technologies Incorporated, да? Вот. Очень хороший ролик сделал Петр. Я еще раз его поставлю, да? Посмотрим его. Потом я прокомментирую. Друзья, спасибо большое, хочу сказать Петру Синичкину, да, за то, что за так глубоко подметил все, ну, не знаю, вот глубина вот всего этого ролика, она, конечно, те, кто прочитал то, что было написано, текст, и тот, кто вникся в эту глубину и в такую бездну, да, в хорошем смысле слова,
Но это дорого стоит. Спасибо большое еще раз этому партнеру. Да, он еще и ведет, вы знаете, в Телеграме канал. И очень хорошо у него это получается. Очень хорошо это получается. Не только это видно по видео, да. Но видео глубокое. И если кому-то интересно, еще можно найти его это видео, говорящее о глубине нашей технологии, о том, что мы делаем, вот с такой, знаете, прямо с именно позиции света и вот происходящего, которое сейчас происходит. Хорошо, я сейчас включу экран, и мы тогда дальше пойдем по нашему уже плану. Вот так, сейчас посмотрим, как покажет экран у нас. Угу. Демонстрация экрана, вижу, есть. И нужно посмотреть, чтобы здесь была тоже демонстрация экрана. Не вижу демонстрации экрана. Сейчас, секундочку, еще раз. Сейчас, друзья, мне нужно понимание иметь, чтобы экран точно пошел. И тогда мы начнем, да? Угу. Да, вижу, все, пошел. Хорошо. Все, друзья, идем дальше, значит, по нашим шагам. Skywall Community – это именно та площадка, которая с первых шагов помогает этой технологии выйти на мировой рынок. И вы знаете, спасибо всем тем партнерам, кто присоединился именно к Skyworld Community, посредством Skyworld Community мы помогаем этой благой, я бы вот так сказал, технологии, да, но по-другому ее нельзя назвать. Я по ходу своей презентации буду показывать и рассказывать. Сейчас мы немного пройдемся по моей логике. Я всегда логически выстраиваю так презентацию, чтобы в конце подытожить и понять, что мы делаем, куда мы идем и куда мы движемся. Еще раз, для тех, кто первый не слышал, добрый вечер всем. Да, еще раз вот пишут, рады встрече. Добрый вечер, благодарю, Владислав, стремимся. Да, Владислав меня зовут, Волков, и представитель я Skyworld Community в Бельгии, и на сегодняшний день руковожу именно этим прекрасным отделом или таким прекрасным направлением, мне оно действительно очень нравится, подготовки проектов или адресных проектов, можно назвать по-разному, при Skyworld Community для UST Incorporated, да, для нашей головной компании, именно подготовки. Я в конце еще вкратце об этом скажу, да, резюмирую и немножко поднаправлю коллег, потому что очень много поступает запросов, очень много поступает вопросов именно по этому направлению, и очень много поступает мне на почту писем, ну, которые я бы так сказал, я их перенаправляю в другие отделы, которые не относятся именно к моему отделу. Но тем не менее, я в конце об этом скажу. Сейчас я хочу сказать вот об этом человеке, да, Анатолий Леонидович Юницкий. Я буду всегда подсматривать коллеги в сторону. Я слежу за YouTube'ом и слежу за тем, чтобы был звук и было изображение, да. Анатолий Леонидович Юницкий – прекраснейший человек, который, ну, я бы так сказал, не просто папа, а тот именно человек, который вот всю свою жизнь и все свои силы отдал именно вот нашей подвесной структуре, да, или транспортной структуре в подвесном виде на втором уровне. И он всегда говорит, и очень часто это повторял, что эта система не просто система, да, или не просто дорога из пункта А в пункт Б.
всегда это повторял, и я так глубоко проникся в это только после того, как вот стал сталкиваться именно с проектами, с их реализацией, с их подходом, с их рождением, с их зачатием, если так можно сказать, потому что любой проект нужно зачать, даже если он, в хорошем смысле слова, даже если он сформирован, он иногда невидим, да, иногда человек или высокопоставленное лицо, или еще тот, кто имеет на тех или иных, скажем так, дорогах, не люблю слово проблемы, а на какие-то тупиковые ситуации, он не понимает, как внедрить нашу именно технологию именно в эту систему. Поэтому вот имея опыт, имея уже наработанные шаги, мы помогаем всегда в этом деле, именно отдел. Но вот я хочу вернуться к этому прекраснейшему человеку, Анатолию Леонидовичу Юницкому, который всегда говорил, что это полноценный комплекс, объединяющий множество подсистем. Я, конечно, образно понимал, но вот понятие, что такое подсистемы и множество подсистем всевозможных станций, коммуникационных всевозможных вещей, промежуточных, сама путевая структура, наши машины, юнибусы и так далее, интеллектуальная система, электропроводящие там кабели, все, и вот это все вместе, земля и построение, вот это все вместе в комплексе, когда я вот до конца уже ощутил, или знаете, как это впитал, как на последней встрече Надежда Геннадьевна мне пыталась донести, значит, пыталась донести информационную составляющую о роялти и так далее, и тогда она меня спросила: Владислав, вы поняли как бы вот эти моменты? Я тогда ей сказал вот искренне, что впитал, то есть вот так вот, так же точно я впитал от Анатолия Леонидовича это понимание, да. И, конечно же, Анатолий Леонидович является генеральным конструктором и председателем Совета директоров Юницкий String Technologies Incorporated. И нельзя ни в коем случае не сказать о его супруге, о генеральном директоре Юницкий String Technologies Надежде Косаревой. Она, конечно, потрясающий тоже человек, она очень грамотный инженер, я бы так сказал, очень грамотно владеет всей информацией и четко понимает все составляющие, очень быстро реагирует и компетентно отвечает на все вопросы и на всевозможные там ситуации, которые и решает все ситуации, которые возникают непосредственно в Юницкий String Technologies. И это дорогого стоит. Друзья, вот коллеги там и все партнеры, все, кто будет смотреть, это очень колоссальный такой задел именно нашей компании, именно нашего вот этого блока или костяк или хребта, если хотите сказать, на котором держится все. Это очень важно, это очень важно, это успех компании, я вот так скажу. Это успех компании. И благодаря, конечно же, вот Анатолию Леонидовичу Юницкому. Мне очень нравится эта фотография, где Анатолий Леонидович в голубом пиджаке, в белой майке, и сзади него поднимается солнце. То есть наша технология – это всегда свет. И я четко вам скажу, почему наша, потому что я отношу себя к ней как часть, отношу себя как часть этой технологии, потому что те, кто с первого дня, с 2014 года, с тогда, когда было это все на бумаге и было еще все прозрачно, и вообще не понимали, что делать и как, я думаю, что меня поймут те, кто с 2014 года, но и наверняка поймут те, кто уже пропитались или впитались или приняли сердцем эту технологию, потому что технология необычная, технология потрясающая, и в тех событиях, которые сейчас происходят, конечно же, технологии места быть, да? Вот. Юницкий String Technologies Incorporated, мы сейчас так называемся. Я еще раз пройдусь по нашему формообразованию, потому что получил два вопроса, да, именно по этому направлению. Формообразование наше необычно произошло. И оно, вы знаете, на сегодняшний день созвучно с бизнес, я бы так сказал, что созвучно в бизнес-кругах. Почему именно? Потому что те, кто желают непосредственно на сегодняшний день соприкоснуться или сотрудничать с нами, они, естественно, нас пробивают в хорошем смысле слова, проверяют вот так вот на состояние наше, на правдивость, и так, как и мы
соответственно, то же самое делаем. Потому что я вам честно скажу, что большинство случаев, я в конце вам расскажу, это случаи, которые те, кто давно уже в компании, знают Сан-Бернардино, я про него вам расскажу, но мы тоже пробиваем именно, пускай это будет так, пробиваем или проверяем людей на предмет состоятельности или на предмет правдивости, потому что, как я говорил в своем видео о адресном проекте и о, значит, нашей команде, что очень важно иметь заказ и заказчика, правдивого заказчика, потому что в большинстве случаев заказчики нереальные. Это очень важно. Поэтому форма образования нашей именно компании Unisky Stream Technologies необычная. Да? Знак формируется из двух частей. Первая буква «Ю» это является первой буквой фамилии, ну, главного инженера, основателя Анатолия Эдуардовича Юницкого. И это нормально, я сейчас дальше вам покажу, почему. Да? А следующее вот такое очертание, можно сказать, первого транспорта, это очертание первого юнибуса. Вы помните, да, в 29 ноября 2016 года был создан и был запущен первый, значит, юнибус, который вы вот видите на слайде внизу, в левом углу. Он прошел именно по трассе 950 метров, и первый свой прокат, такой первый свой показ он показал. Это был юнибус U4-621. То есть форма образования именно нашего логотипа – это две составляющие. То есть буква «Ю» – фамилия Анатолия Эдуардовича, и «Юнибус». Вот именно поэтому все так и произошло. И вот именно поэтому вот так красиво, и я вам честно скажу сейчас, да, на сегодняшний день, что это очень важный был момент и настолько потрясающий, точен Анатолием Эдуардовичем и вовремя сделан, как никогда, опять оказалось. Потому что все партнеры и все вот коллеги, с которыми я сейчас общаюсь я очень много сейчас, они очень тонко отмечают именно этот момент. Это очень важно. Это очень важно, и я заметил это трижды. Когда люди проверяли и смотрели нашу компанию в интернете, о нас, там всевозможные данные, они четко сказали, что да, все хорошо и великолепно. И подтверждение исторически есть других компаний. Вот возьмем Adidas, да, основатель Адольф Даслер, да, Casio, Тадао Casio, Hewlett-Packard, да, Уильям и Дэвид, да, Honda, Сайтори Хонда, Джонсон и Джонсон, да, три брата, Nestle, аптекарь Nestle, да, и так далее, Siemens, германский инженер Вернер фон Siemens, Suzuki, Митоо Suzuki и Toyota Sakichi Toyoda. То есть история имеет точно такие же составляющие, то есть форма образования наша правильная. Правильное, и это доказала не только история, но это доказали еще и партнеры. То есть мы в этом, вот первый, можно сказать, палец загибаем, мы в этом направлении идем не просто правильно, а настолько правильно, что показатели в десяточку. И наша сегодня форма образования, и наше имя, и выход с этим именем на мировой рынок, это достойные действительно составляющие. И еще один плюс очень большой на сегодняшний день, и я в этом убедился сам, это наш сайт, да, вот, если вы посмотрите на самую верхнюю строчку, ust.incorporated, это название нашего сайта в интернете, если вы наберете, и там, конечно же, очень хороший, вообще сайт этот очень наполненный. Он очень красиво сделанный, и я на сегодняшний день его использую в разговоре с клиентом, с партнером. То есть не ношу уже бумаги, если я физически прихожу, то я грамотно очень открываю его и гармонично показываю инфраструктуру, подробности, автоматизированные системы управления. Я показываю всевозможные слайды, которые есть там вживую, все картинки. И так далее. Вот вы можете показать автоматизированную систему управления. Да? Это наш тоже конек. Здесь я останавливаюсь более подробно, рассказывая
и показывая коллегам, и говоря о том, что это именно автоматизированная система была сделана не просто, а она была, знаете, как-то, как это, в, приспособлена и именно вот устроена именно под наш вид транспорта. Это очень важно. Это очень важно, и это дорогого стоит, потому что это полностью управление, интеллектуальное управление нашей, нашим полностью путь, не только машинами, но и путевой структурой, и станциями, и слежение, и это и security, то есть все вместе, вся составляющая именно здесь. И это наши инженеры, друзья. Это очень, это, ну, вот высокий плюс. Это отмечают все практически, кто были в Шарже, все практически, кто были в конструкторском бюро и на полигоне в Мариной Горке. Это очень важно. И, конечно же, подвижной состав, да, с уникальной системой опирания колес на рельсы с КПД, вот прям здесь уделю внимание, 99,8%, да, коэффициент полезного действия, именно опирание колес на рельсы, да, то есть у нас есть КПД 99,8%, что делает, конечно же, наши беспилотные юнимобили наиболее эффективные. Ну и рельсо-струнные эстакады. Об этом мы можем много говорить, об рельсо-струнных эстакадах, потому что у нас их более 6 наименований. Сейчас еще подходит в Арабских Эмиратах еще одна, значит, путевая структура. Нас на стадии еще и еще, но тем не менее, все равно во время встречах, во время разговоров постоянно идет вопрос о путевой структуре, потому что из этого складывается цена, из этого складываются возможности и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важно. И, конечно же, те 5 путевых структур, которые у нас есть в Мариной Горке, они очень важны для нас. И вот один из фаворитов – это гибкая или провисающая путевая структура. Она мне, я бы сказал так, что не очень нравится, но она мне нравится по возможности, да. У нее очень такие специфические возможности, и плюс она довольно-таки проста в монтаже, и она по ценовой политике отличается, конечно, от всех других. И еще один у нее очень такая сильная фишка – она, конечно, шагает на большие расстояния. Как на данном слайде вы видите, можем перешагнуть водную преграду. Это очень важно для запросов, потому что поступает очень много запросов, где нужно шагнуть с одного острова на другой или перешагнуть, допустим, реку в всевозможных там близлежащих там Шильда, еще реки, там Ака в России. То есть смотрят место расположения и возможность нашей технологии. И вот посредством этой именно путевой структуры мы имеем такую возможность. Это, конечно, очень дорогого стоит. И такой плюс, очень большой плюс именно в нашу с вами копилку. Легкая, конечно же, путевая структура, колтюбинговая труба. Ее вот так вот можно сказать. Тоже красивая, она тоже своеобразная, но у нее есть свои нюансы. Вот это как раз ответ на вопрос, да, для чего нам столько много разновидностей путевых структур. Это связано вот именно с тем, что когда приходит или получаем мы запрос или заявку там, да, то в ней прописано, что путевая структура или, допустим, местность наша такая-то, такая-то, нам нужно преодолеть то-то или то-то, водную преграду, или мы должны забраться на гору с уклоном вот с таким-то процентом, например, там 15% уклон горы, или 10% с переходом и так далее, и так далее. То есть мы, исходя из запроса, уже можем варьировать нашими предложениями. Это очень важно. Это очень важно. Почему? Потому что тогда заказ остается в действии. То есть человек получает ответ и понимает, что мы можем именно его запрос обработать, и не просто обработать, а реализовать. Это очень важно. Это очень важно, и, конечно же, очень важна составляющая именно наших машин. Спасибо большое нашим вот видеооператорам, потому что так, за то, что они так красиво
обрисовали и сделали видео наших машин внутри, внутреннюю составляющую, да, и всевозможные там возможности, там, клавиши, сиденья, там, воздухозаборники и так далее. И там, то есть все показали. Это очень, очень тоже тонкий, кстати, вопрос, момент. Потому что в крайнем разговоре с заказчиком он уделил этому внимание и сказал, что, вы знаете, я посмотрел очень много видео всевозможных и был вот там-то в той компании, но в той компании не было вот этих вот вещей, которые меня вот поразили. И я переключился все-таки к вам и решил, что с вами я буду делать дело иметь, потому что вы уделили внимание всем... Смотрите, вот он... Вот всем моментам, даже интерьера внутри и не только, не говоря уже о наружном, мы уделили внимание. Это дорогого стоит. Это дорогого стоит, и спасибо большое, конечно, нашим инженерам. Это большое спасибо нашим инженерам. И вот об этой машине я скажу вкратце. Почему? Потому что эта машина мне больше всего нравится на сегодняшний день в плане реализации. Именно U-Light, вот эта машина. На сегодняшний день информацию я о ней не специально, заведомо не буду выдавать, потому что информация обо всем, что происходит с путевой структурой, с машиной, со станциями и так далее, в ближайшее время будет подготовлена головной компанией. И у меня вот в крайней поездке в Марину Горку мы останавливались, я делал полностью видео, я разговаривал с инженерами, я смотрел и все видел и все снимал, как делалось, как там все моменты соприкасались и всевозможные вещи. И даже с людьми разговаривал, с инженерами, которые... И у меня есть приготовленный материал, есть что рассказать. У меня прям, знаете, как прет из меня информационный такой. Но я не могу это сделать, потому что я спросил Надежды Геннадьевны, могу ли я дать небольшую информацию об этом, но получил на это ответ, что нет, пока временно нет. Владислав, мы готовим полностью эту информацию и сами выдадим очень красиво, и это будет вот в ближайшее время. Так что мы ждем информацию об этой машине, но эта машина мне очень нравится, потому что она очень... быстрая и легкая, во-первых, в монтаже, во-вторых, она очень дешевая, а в-третьих, она очень, знаете, как это сказать, объемно, то есть тот объем, который необходим перевести от точки А до точки Б, она справляется с этим очень хорошо при своем вот этом небольшом капиталовложении, я бы вот так сказал, да. То есть эта машина довольно-таки достойная оказалась, и что-то мне подсказывает, что вот те проекты, которые у нас сейчас стоят в таком, стояли в стендбае, мы вот сейчас с Франтишком Солором обратились, когда возвращались обратно, мы проговаривали, что уже пора, пришла пора, когда уже нужно начинать возобновлять эти проекты, разговаривать дальше, что мы готовы именно перейти посредством этой машины перейти на те заявленные технические сложности, которые были в заявке. Да? То есть на тот момент мы не могли, сейчас мы уже можем. Это очень и не просто можем, а мы в ближайшее время, когда информация откроется, еще и даже и покажем, и все остальное сделаем, и привезем, и прокатим, как в Шарже, и все сделаем, и все будет на высшем уровне, и это точно будет успех для нас, друзья. Вот, конечно же, полужесткую структуру, именно эту, мы не можем убрать совсем, потому что она особая, она в других ракурсах действует, но это наш конек тоже. Но я вот сейчас предыдущее сказал вам, что коллеги тоже смотрят на именно использование путевой структуры в городском, либо, допустим, за городом, либо где-то в горах, либо еще как-то там. То есть вот исходя из запроса, из технического задания, вот так что ли, да, мы тогда вот исходим из той линейки, которая у нас есть. Это очень, кстати, хорошая линейка у нас, достойная. И я благодарен инженерам и благодарен Анатолию Эдуардовичу, и вообще благодарен нам, что мы набрались терпения и все-таки, как это, знаете, раз такая дорога нужна, значит нужна, раз такая трасса нужна и такая
рельс, струна провисающая, полужесткая, жесткая, нужна, значит, нужно. Расколтюбинговая труба, Анатолий Давыдович сказал, нужна, значит, она нужна. Анатолий Давыдович есть такое видение на три шага вперед. Он в этом плане, ну, я уже убеждался неоднократно и могу вам, в принципе, это подтвердить. Ну, жесткую, конечно, ферму мы прекрасно все знаем. Она великолепна, и она достойно показала себя в экотехнопарке, и она действительно имеет место быть и жизненно такая важная составляющая для не только подвесного, но и навесной машины, да? Не говоря уже о грузовой системе, которая у нас вживую работает и показывает и лента, и U4 машина 131 с загрузкой боковой, с загрузкой верхней и так далее. Это маленькая вроде на первый взгляд машина, но она палет берет полностью в себя и перевозит его достойно. При этом с защитой и с security у нее там тоже все в порядке. Эту машину мы знаем, мы ее уже видели, да? Эта машина очень красиво сейчас передвигается в определенные страны для дальнейшего тестирования. И у нее уже, мы помним, у нее уже двери раздвижные. Не распашные, а раздвижные, которые прошли энное количество испытаний. Это очень важно. И еще маленький момент такой. У нас эта машина теперь двух видов. Да? Вот у нас есть U-Bus U5. 54-304, и есть U-Bus более расширенный, U4-212-01. И вот эти две прекраснейшие машины, конусообразные, да, уже с новыми моторами, с всевозможными, не буду сейчас перечислять их технические характеристики, встали в нашу вот эту красивую линейку U-Pods. То есть у нас теперь, посмотрите, я эту линейку, кстати, уже пересылал в крайний раз, партнеры, и партнер, конечно, был удивлен вот этой нашей линейке. Очень красиво выстроены с левой стороны пассажирские, да, с правой стороны легкие и так далее. И в нижней части уже идет именно карго, то есть грузовая составляющая. Здесь показана подвесная, да, подвесная, но у нас и машина, мы знаем, да, есть и навесная. Здесь несколько машин, пока, кстати, которых мы еще не видели вживую. Вот. Про юнибайки я сказал, разновидности юнибайков мы уже видели, и спортивные, и фэмили, и универсальные, и люксери-классы, и бизнес-классы, и так далее, и так далее. Прогресс строительства в центре Шарджи, я думаю, что все, конечно же, следят за этим, наблюдают и про трассу вторую, и так как она строилась, все помнят уже, и все видели, и помнят трассу четвертую, да, полужесткую. И так как все это происходило, и так как натягивали там этот трос, и это все, кстати, большое спасибо нашим партнерам, да, нашим партнерам в Арабских Эмиратах. Мы знаем, да, что по законодательству Арабских Эмиратов мы можем только контролировать, не даже, в принципе, на площадке на строительной мы не можем, ну, как-то там, знаете, как это по-русски сказать, пинуть взад именно рабочих, то есть мы можем только обратиться непосредственно к руководящему составу, руководящий состав уже действует дальше. Поэтому то, что происходит, и то, что мы все-таки движемся в этом направлении, это очень дорого стоит. И спасибо Анатолию Радовичу, и Денису Анатольевичу, и всем остальным, и Олегу Зарецкому, и другим коллегам, которые находятся именно там, потому что они постоянном вот в этом в жизненном таком контроле и в жизненном таком под, знаете, как подначивание или под, давайте скорее, давайте вот здесь вот так, и мы идем достойно и идем в такие, в сроки, да, все-таки укладываемся, и в ближайшее время мы, конечно же, уложимся и покажем уже, будет, естественно, первая информация будет от наших партнеров, и далее мы эту информацию можем, ну, это по соглашению, так было изначально. И вот даже у этих рабочих, когда мы были в Шарже, мы спрашивали, что, ребята, как вам и как, то есть в удивлении тоже, они вообще, если честно, ребята понимают, что они строят, но никогда такого не строили. Никогда не строили, и для них это тоже интересно. Для них это тоже интересно, как и для нас, в принципе, потому что это новое, и когда наши партнеры
Я вот где-то там, мне не очень много времени, но иногда я захожу в чат, и когда я читаю, что кто-то там увидел болт ржавый или еще что-то, друзья, нужно понимать, что это временная такая крепежная, временный крепежный элемент, который поддерживал всю составляющую для того, чтобы, вот как сейчас вы видите, например, на этом слайде, для того, чтобы это все не развалилось, и для того, чтобы надеть короб, для того, чтобы зафиксировать уже теми вещами, которыми нужно было, и так далее, и так далее. То есть это все технические такие составляющие именно в строительстве. Поэтому не нужно на это обращать внимание. А давайте обращаем внимание именно на последнюю, на составляющую, на конечную часть уже, которая будет, конечно же, изумительная, и я знаю точно, что будет все как надо. Потому что, в принципе, инженеры у нас имеют уже опыт, и инженеры умеют опыт контроля. Да, опыт контроля. Ну и, конечно же, спасибо нашим партнерам за то, что они предоставляют нам эту информацию о сегодняшнем моменте, если на сегодняшний день что происходит. Вот как раз последняя информация, что вся путевая структура уже одевается в короб и поднимается непосредственно кверху. И я вот вижу на последних фотографиях в Инстаграме, коллеги, те, кто работает именно в Шарже, они выставляют, и вот это фотография подтверждения тому, что вся путевая структура уже именно на заданной позиции. То есть на заданной позиции происходят последние моменты натягивания, закрепления, просматривания и так далее и подобное. Да? Это очень дорого стоит, друзья, потому что мы выходим именно с этой трассы, с грузовой, на те позиции, на которые должны выйти. Конечно же, фотографии, которые делают ребята ночные, у меня есть еще много очень ночных фотографий красивых, пока временно не могу показать, чуть-чуть попозже я покажу их, все-таки выставлю и с Майной Горки, то, что вот все моменты полностью, как все происходило, как складывались рельсы, как она там была, какие ночи, я покажу, расскажу, сделаю прям такое небольшое видео, очень интересно, кстати, очень интересно. И Unicorn, конечно же, эта машина достойная, и мы помним, что именно эта машина, те, кто были в крайний раз именно в Минске на производстве, мы видели тогда, они, кстати, писали в 2021 году в декабре, газет этот журнал «Инновационный транспорт» писали именно об этой машине. Хочу вам сказать, они очень подробно описали, кстати, эту машину со всеми мелочами, с габаритами, с техническими характеристиками, наименование параметров, значение параметров, всевозможные составляющие тягового модуля и все-все-все-все до мелочей. Я даже был немножко поражен, что раму, тележки, все пневмоблоки, практически все составляющие вплоть до системы, знаете, как это, система, которая удерживает именно антисходная система, вот так вот я скажу, антисходная система, специальное ребро такое, да, это наша уже разработка, наших инженеров, достойная, кстати, разработка, дешевая и достойная разработка, но вот это было вот описано в журнале, плюс эскизный концептуальный модуль такой дизайн-проект, можно сказать, нашего отдела, тоже был представлен в этом журнале, но такой имеет место быть, кстати, имеет место быть, почему нет. И вот кто был на этой встрече, именно когда грузился этот красивый диамантный, я бы так его сказал, диамантная машина, да, красивая, я ее называю так, потому что у нее скошенные бока, как у диаманта, да. И вот там стрелочкой голубой показано, видите, стрелочка, там как раз были кабины именно Юниконта, а шасси были напротив, и шасси монтировались тогда. Я еще спросил тогда, что это такое, что-то необычное. И вот ребята, которые монтировали, они монтировали двигатель, они монтировали всю систему и так далее. Вот вы видите сейчас стрелочкой голубой, это кабины, непосредственно, ну, можно сказать, его фюзеляж, вот так что ли, да, верхняя часть. А с правой стороны, где вы видите красный, это как раз уже монтаж всех агрегатов. На сегодняшний день, конечно, эта машина уже готова. Та машина, которую мы сейчас видели, это навесная. А у нас еще есть демонстрации, тоже подвесная модель. Да? Вот вы сейчас вы видите на данном слайде Yukon U4 192-01. У всех есть своя маркировка. Это подвесная модель.
И, конечно же, благодарность нашим коллегам из Арабских Эмиратов, что они, конечно, очень хорошо, широко на сегодняшний день начали публиковать и говорить о нашем виде транспорта. И это видно из публикаций, и спасибо Петру Синичкину, который всегда выдергивает из интернета такие реперные точки, я бы вот так сказал, да? И отвечая на вопрос одного из коллег, который говорил, почему же мы, строя в Арабских Эмиратах, не продумываем вопрос о энергосбережении, вот так что ли, или энергонакоплении посредством солнечных батарей. Я ему тогда указал дорогу на видео на это, но решил сегодня, вы знаете, сделать прям скрин и показать им, что в принципе эта разработка уже есть и в принципе это уже продумано, да? Вот, и видите как раз солнечная составляющая, но это не солнечные батареи, это другое совершенно, это разработка Анатолия Радовича Юницкого, это, я бы так сказал, что наша составляющая, вот так, о которой мы еще будем дальше говорить. Поэтому энергию мы будем, как это, знаете, просить у солнца и использовать для, на благо человечества, вот так вот. Экодом, нельзя о нем не сказать, он прекрасен. Я коротко о нем скажу, он действительно прекрасен. И вы знаете, экодом, который находится в Мариной Горке, на 6 комнат, 18 человек, я о нем вот в крайнюю поездку узнал очень много нового. Как работает он, как именно полностью, как работает замкнутый цикл. Вот полностью, представляете, полностью весь цикл в этом доме замкнутый. То есть 6 комнат, 18 человек. То есть в этом доме может проживать 18 человек совершенно спокойно. Я не про этот дом, который сейчас на слайде, не про экодом в Арабских Эмиратах, а про экодом, который находится в Мариной Горке. Вот, там 6 комнат, 18 человек может проживать совершенно спокойно, пользуясь водой, душем, моя посуду, руки там в туалет ходить. И все это в замкнутом цикле. Представляете, какая красотища. Я полностью весь этот процесс прям под бумажку записал, мне человек компетентный, как раз в крайний раз рассказал. Я был удивлен на некоторые моменты, потому что я о них не знал. Это такой интересный маленький плюсик тоже в копилочку, да, в нашу. И это, конечно же, биотехнологии U-Sky. И большое-большое огромное спасибо Анатолию Эдуардовичу, что он и в этом направлении еще один плюсик ставим. Там у нас был один плюсик, второй плюсик, вот сейчас третий плюсик, да, и в этом направлении мы работаем успешно. Это все, вот как раз это все вначале я говорил, что помните, мы читали, что наша технология – это комплекс. То есть мы в комплексе ее рассматриваем. И те, кстати, партнеры, которые приходят, они приходят не за дорогой от пункта А в пункт Б. Они приходят вот как раз на это понимание. Они приходят на понимание комплекса. Это очень важно. Здесь очень важный момент, друзья. Вот, про форму образования мы уже сказали. И про команду. Я хочу сказать про команду, которая у нас сейчас есть. Это очень важный тоже момент, что команду, которую мы имеем, независимо от того, инженерная эта команда или команда партнеров, или команда менеджеров, или еще, это очень важный момент. Но я хочу уделить внимание именно инженерному составу, потому что мне сейчас по роду деятельности очень часто приходится с инженерами сталкиваться, и я понял, насколько грамотный у нас состав и насколько компетентный состав. И вот сейчас вы видите в данный момент именно очередная планерка с Анатолием Эдуардовичем и инженерами, когда Анатолий Эдуардович посредством интернета общается с инженерным составом. Да? Анатолий Эдуардович сейчас находится в Арабских Эмиратах, ему нужно довести там все дела до конца. И когда он будет понимать, что все, там все хорошо, и ничего ни вправо, ни влево не уйдет, и все хорошо, тогда уже, ну, Анатолий Эдуардович примет сам решение, как быть. Но, тем не менее, работа идет, инженерный состав в работе, и спасибо на сегодняшний день интернету, что можно вот посредством интернета выйти и быть как бы вот вживую, пообщаться с инженерами, решить ту или иную задачу или предложить то или иное решение. Это очень важно.
это очень важно. Здесь, конечно, ведущие все инженеры, и я хотел бы вот обратить внимание именно на вот руководителей ключевых подразделений. Это вот Виктор Горох, да, зам генерального директора по транспортным комплексам, Сергей Артюшевский, это зам генерального конструктора по науке, Юрий Кощук, это управление транспортных эстакад. Да, Дмитрий Тихонов, главный конструктор грузового транспортного комплекса. Александр Кривицкий, вот прям на него обращу внимание. Александр Кривицкий, главный конструктор высокоскоростного транспортного комплекса. Вот я два раза на него обратил внимание, потом скажу почему. Виталий Лобковский, генеральный главный конструктор скоростного транспортного комплекса. Алексей Водопетов. Это управление подвижного состава. Максим Кубышкин, мы с ним вот общались в крайний приезд. И Алексей тоже был заместитель генерального директора по проектированию. Кстати, очень грамотный Максим, вот, и очень грамотный инженер. Он сразу уловил вот наш запрос. Он сразу сказал: Владислав, так это полностью сопрягается с видением Анатолия Владимировича Юницкого, когда анкерные опоры, они же являются и, то есть башня, анкерная опора, она же башня для проживания, там, для, то есть, всевозможных, там, не знаю, вещей, там, магазины, не знаю, там, станции внутри и так далее. И он точно, он сразу поймал эту мысль, и это очень дорого стоит. Алексей Савин, директор производственного комплекса СВ-Плант, да, наш производственный комплекс теперь называется СВ-Плант, да. Вот, Михаил Ходоркевич, Максим Гусев, Алексей Кошелев, ну и так далее, и так далее, Владимир, и так далее, и так далее. Но у нас, конечно же, есть и женщина Елена Попенко, начальник управления по персоналу, Евгений Петров, мы с ним очень часто общаемся, ну и так далее. Это наши ведущие инженеры, их можно найти вот как раз, то есть список наших ведущих инженеров, начальников, конструкторских бюро, расчетных там и так далее, можно найти вот на сайте, о котором я выше говорил, да, usd.incorporation. Вот, конечно же, компания для тех, кто, ну, очень глубоко финансово, глубоко желается углубиться в финансовую часть, конечно же, имеется аудит, и аудит есть в доступе, его можно найти на сайте по-моему, инженер у Анатолия Леонидовича, и на сайте сейчас вот USTED Incorporation, не знаю, не смотрел там еще, возможно, что и там тоже в документах, надо посмотреть в документах, может, возможно, что там тоже есть. Кстати, о кластерном линейном городе. Вы знаете, очень много вижу немножко так улыбающихся персонал, когда речь заходит о кластерном линейном городе или люди начинают в чатах писать, что, вы знаете, рановато еще как бы говорить о линейных городах, потому что мы еще не построили еще ни одну трассу и так далее. Но что я вам хочу сказать, во время сейчас общения с партнерами или с заказчиками прямыми, я вам честно скажу, что заказчик не заказывает просто и не смотрит просто из точки А в точку Б. Я точно на сегодняшний день могу вам сказать, и у меня есть несколько примеров, когда заказчик четко знает, что у него есть трасса из точки А в точку Б, но после того, как эта трасса будет построена, он будет ее продолжать именно как паутинку, включая туда наши линейные города. Может быть, они будут немножко видоизменены, может быть, немножко будет как-то неполный город, не так, как себе видит Анатолий Леонидович, может быть, допустим, в мини каком-то виде, но архитектурное и планирование концепции у всех практически есть. Поэтому, когда наши партнеры или кто-то улыбается в этом, что мы еще рановато, нет. Получается, понимаете, вот вам еще один, сколько у нас там было плюсиков, еще один плюсик в нашу копилочку, когда Анатолий Леонидович говорит, что никогда не поздно. И мы правильно делаем, что мы сейчас смотрим именно вот и говорим о кластерных линейных городах. Очень верно, что мы говорим о почве, очень верно, что мы говорим об экологии, о том, знаете, как четко вот 5 позиций мы уже с вами насчитали, да, позитивных таких, которые я сейчас, вот общаясь уже непосредственно с заказчиками, четко прочувствовал вот в их разговоре, в их вот этом вот видении на будущее. То есть все практически, никто не смотрит вот здесь прямо под ноги, ни один заказчик
не смотрит под ноги. Все смотрят намного вперед. И это очень дорого стоит. И спасибо Анатолию Эдуардовичу Деницкому, что он глубоко и так далеко, на несколько шагов, как я всегда говорю, на 3-5 шагов видит перспективу вперед. Это дорогого стоит, и Анатолию Эдуардовичу, конечно, с Надеждой Геннадьевной спасибо большое. И подтверждение тому, вот те, кто был в экотехнопарке и видели вот этот вот плакат, который висит прямо напротив кафе, да, когда вы сидите в порто в кафе и любуетесь именно экотехнопарком, нашими эстакадами, нашим озером и так далее, то там вот струнный транспорт на Земле – это факт. А струнный транспорт в космосе – задача уже сегодняшнего дня. И вот сейчас я этим хочу сказать, что, друзья, не улыбаемся, то есть не говорим о том, что «да нет, это еще нет». Вот эта составляющая в концепте, да, о которой я говорил в самом начале, да, Анатолий Эдуардович всегда повторяет, что наш транспорт – это концепт, полностью связующий всех вот этих пазлов. Вот она как раз и есть, эта составляющая уложена вот в его понимание. Это очень важно. И очень важно, конечно, что SkyWorld Community и все наше сообщество и партнеры все-таки понимают вот эту важность сегодняшнего дня, что мы делаем, и важность происходящего по изменению на планете. Это очень важно. Ну и говоря о том, что, допустим, о проектах, вот очень много вопросов, или часто, скорее всего, так я скажу, часто задающий вопрос от людей, но почему же мы не можем так много говорить о проектах, но почему нельзя сказать, что проект там-то и там-то начался, почему нельзя, вот отвечу на вопрос так, что хотите вы или не хотите, но информация все равно выдается, то есть чуть-чуть, вот сейчас вас поднаправлю на примере вот этой информационной составляющей о Сальвадоре, да, смотрите. Помните, перечислял инженеров, и на одном из инженеров я остановился три раза повторил его фамилию. Так вот, если немножко включить свое мышление, да, логическое, и просмотреть ту информационную составляющую, которая приходит к нам, и прочитать вот уже открытую информацию, потому что когда подписывается МОУ или когда подписываются другие соглашения, то другая сторона, заказчик, как правило, прежде чем начать вести беседу, прежде чем начинаются переговоры, они обязательно подписывают соглашение о неразглашении или о соглашении о том, что мы первые или мы можем только сказать, когда какую информацию можно... Это всегда так практически всегда во всех встречах. Так вот, вот смотрите, об этой составляющей читаем между строк. Сальвадор намерен интегрировать технологию ЕСТ в проект строящихся по президентской программе. А если читать дальше, то можно еще прочитать, что один из проектов интеграции комплекса строящих по президентской программе в Тихоокеанской железной дорогой. Ну и здесь можно сообразить, какой инженер куда поехал и какая протяженность у Тихоокеанской железной дороги. Больше я вам сказать не могу ничего. Так что, коллеги, вот вся информация, в принципе, выдается вот такими вот порционными маленькими кусочками, но нужно ее сложить в пазлы, потому что последняя и конкретная информация о состоявшемся проекте, уже о проделанной работе, будет только тогда, когда ничего изменить нельзя, правда. Или потому что вот далее я вам скажу всю составляющую, пройдусь прям как происходит вот это вот пошаговый приход именно непосредственно к проекту, да? Сейчас мы, и как раз, кстати, вот на Твиттере, спасибо Петру, он тоже выцепил из интернета, вот на его личном сайте именно этого человека, с кем встречались, тоже была информационная составляющая об этом проекте, можно вот по ссылочке зайти и там дальше почитать для тех, кому, ну уж очень интересно об этом, да? И, конечно же, вот из тех информационных составляющих, вот Олег Зарецкий, вы видите, на
на данном слайде, да, он с главой департамента транспорта в провинции Бали встречался и переговоры вел. Да, это действительно ведутся переговоры, действительно там проговаривается. И на транспортном форуме Олег Зарецкий присутствовал, да, как раз после того, как вышла со второй стороны именно непосредственно от транспортного форума информационная составляющая, я у Олега Зарецкого спросил, можно ли об этом говорить. Он сказал, что в принципе можно, потому что непосредственно президент, вице-президент ETC Индонезия непосредственно сам презентовал, и в интернете можно найти, и он именно в этой презентации коротко сказал, что именно наша технология, она вот как бы по его пониманию именно подходит именно в те регионы, где он планирует или где они планируют это делать. Но здесь еще предстоит очень много и такой большой, большие шаги работы к этому. Но тем не менее, это ну, позитив, это действительно позитив. И вы знаете, я вот хочу еще уделить внимание ваше на доклад Анатолия Ладыча о программе или в программе перезагрузки экономики, который можно найти в интернете. Там есть такая статья, где Анатолий Ладыч очень красиво говорит о программе перезагрузки экономики союзных государств. И он касается, внимание, России и Беларусь. Да? И это очень важный момент тоже. Посмотрите, я сейчас вам такую наводку дал. Посмотрите именно в эту сторону, очень так немножечко с бумагой, с карандашом. Посмотрите, проанализируйте в этом направлении, именно почему в этой программе он уделяет внимание именно этому направлению. Тоже очень важно. Ну и на крайний такой, напоследок, можно сказать так, что ли, заканчиваю свою презентацию, дальше еще мы поговорим сейчас. Я покажу такой юмористическое видео для тех, кто совсем уже говорят, что нет, ребят, ничего не едет, ничего не ходит, ничего не двигается и ничего не происходит у Unisky String Technologies, но тем не менее наша технология существует. Даже вот мы сейчас видим провисающую путевую структуру с легкими промежуточными опорами, они на небольшом расстоянии, и они спокойно работают и передвигают бананы, да, по путевой структуре. Это наглядно показывает, что наша путевая структура даже в таком виде она работает, то есть в рабочем состоянии, кстати, достойно сделано, правда. Я очень 3 или 4 раза смотрел, как же у них происходит переход через вот эти на анкерной опоре, именно седла, через седла как проходили. Ну, достойно сделали, молодцы, молодцы. Но, тем не менее, мы с вами в скором времени будем наблюдать вот такую составляющую, когда вот именно так будет двигаться транспорт на разной высоте, под разными углами, и это в ближайшее время точно будет, и я уже знаю, может быть, не в таком объеме, не так много, но, тем не менее, я точно знаю, что это будет, да. Теперь я хотел бы, знаете, вернуться к своему отделу, да, сейчас включу демонстрацию, и быстренько пройдусь по своему отделу, да. Отдел адресных проектов, для чего он именно сделан и, вернее, создан, я бы вот так не сделан, а создан, будет так лучше. Смотрите, друзья, значит, отдел был создан при СВЦ, да, и он, конечно же, этот отдел настроен на сбор именно всех составляющих в одно единое. И вот я как раз здесь по инфраструктурному проекту, что именно адресный проект – это инфраструктурный проект. И, конечно же, наш отдел настроен на помощь именно Unisky String Technologies. Почему? Потому что Unisky String Technologies на сегодняшний день не имеет возможности обработать все полностью запросы, которые приходят. Потому что в большинстве случаев сам человек, который делает запрос, он не до конца понимает необходимость или вообще не понимает вот соприкосновение и как с какого
Бока ему подойти к нашему виду транспорту. Поэтому, когда мы принимаем, вот именно что делает наш отдел, когда, во-первых, мы рождаем проекты посредством выявления, то есть выявления проблемных точек и выявления возможностей у того или иного партнера предложить или преподнести проблемные решения какому-то лицу. Кстати, возьмите себе на вооружение, те, кто имеет такую возможность, вы можете состыковаться со мной, выработаем вот эту дорожную карту и пройдемся по ней четко, не делая ошибок. То есть у нас уже отработанные есть такие ключевые шаги, как нужно делать для того, чтобы родить адресный проект в том или ином подразделении, в том или ином области, в том или ином регионе. И, конечно же, адресный проект – это, как и в начале мы говорили в нашей презентации, это инфраструктурный проект, да, который направлен на получение прибыли от его эксплуатации. И, естественно, вот в этой связующей мы будем далее при сопоставлении получения, я вот так скажу, когда мы уже получим техническое задание и получим ответы на наши вопросы, мы будем уже составлять определенную картину и будем составлять или будем иметь понимание, какой же вид транспорта, какую путевую структуру, под каким углом и как предложить партнеру. И исходя из этого, мы уже выходим на feasibility stage или на технико-экономическое обоснование, и когда уже человек или партнер понимает, что да, все, ему нужно технико-экономическое обоснование, мы уже передаем непосредственно в Unitskill Stream Technologies для проработки инженерами всех составляющих. Но для того, чтобы они проработали, нужно тоже подготовить очень большое количество по сервитуту, по взаимодействию, по земле, по, я не знаю, как знаете, как в крайнем разговоре с Надеждой Геннадьевной мы говорили про трассу. Я говорил, вы знаете, там наша трасса проходит так, что здесь у нас справа очистные сооружения, здесь у нас высоковольтная линия, тут мы должны пройти под кольцевой дорогой, а дальше у нас идет частный сектор, в конце там у нас она и под землей еще плюс трамвайные пути. Она говорит, ну все понятно, все как мы любим. Я вот к этому, то есть все составляющие прорабатываются вплоть до отчуждения земли и так далее. Это колоссальная, очень большая, кропотливая работа. Поэтому вот про особенности адресных проектов я и говорю, что здесь работа с инвестором или с заказчиком – это очень тонкий процесс. Поэтому если кто-то, у кого-то где-то есть или понимание, или кто-то созрел именно и знает, что вот именно здесь, в вашем регионе, есть такая проблемная точка, и вы знаете, к кому обратиться, не просто так с бухты-барахты и давайте попробуем или там. Нет, вы уже четко понимаете, что здесь, если мы сюда пойдем, не потеряем время, потому что у меня тоже не очень много времени на отвлечение, допустим. Но я сразу с первого момента, я честно вам скажу, что я сразу пойму, стоит ли в этом направлении работать, именно в этом. Может быть, мы чуть-чуть шаг вправо сделаем и пойдем вот в этом направлении. И здесь мы сработаем точно. У меня есть очень хороший опыт, как не нужно делать. Вот. И тогда мы делаем точные, правильные шаги исключительно с компетентными представителями, исключительно на первых шагах, отвечая на те вопросы, которые нужны и в которых я компетентен. Если вдруг вопросы будут немного более расширенные, то, в принципе, мы пригласим непосредственно уже технического специалиста, но думаю, что на первых шагах достаточно будет моей компетентности, потому что на сегодняшний день я даже, в принципе, вот Надежда Геннадьевна, я некоторые вопросы у нее переспросил и получил такую обратную связь, что, в принципе, я компетентен ответить вот в этих пределах на те или иные вопросы, которые повторяются, в принципе, они повторяющиеся. Вот. Друзья, поэтому цель отдела и задача отделов ясна, да? То есть мы выявляем реального заказчика и заказа, грамотно подготавливаем весь необходимый пакет документов, и при подготовке всего полностью пакета, когда все пазлики сошлись, мы его аккуратно передаем уже в UST, а UST уже принимает решение, что дальше делать. Или pre-feasibility stage of, или feasibility stage, технико-экономическое обоснование.
или ну, уже по ходу будем принимать решение, как лучше для той или иной ситуации. У всех ситуация разная, под разными углами и так далее. Но тем не менее работу ведем. Да? Что нужно сделать, если вдруг вы нечаянно, коллеги, кто смотрит, не нечаянно или, может быть, заведомо, или уже внутри понимаете и хранили вот эту тайну, что вы знаете, что именно здесь, в вашем месте, вы точно знаете, что нужна такая путевая структура, нужен именно такой наш транспорт, и вы готовы потратить силы, силы не просто, а силы вместе с отделом адресных проектов, все подготовить и передать это в UST, то нужно вот с левой стороны необходимо написать на мой e-mail, да, v.volkov@skyway.capital, но прошу писать четко, только по теме запроса и именно по адресным проектам. Не по техническим вопросам, не по гайкам-болтам, не по, не знаю, там, какой юнибус из какого пластика сделан, какая электрическая составляющая у него, какие моторы киловаттов, какие по киловаттам моторы стоят у юнибуса или у юниконта, сколько моторов у юниконта, сколько киловатт моторов и так далее. Я, конечно же, на эти все вопросы отвечаю, но просто прошу вас, сэкономьте, пожалуйста, мое время, и мы четко по запросу, то есть тема, кто вы, и тема запроса. А далее мы с вами уже контактируем, да? На все предыдущие вопросы, которые я вам озвучил, у нас техническая поддержка отвечает исключительно. Может быть, с небольшими задержками, потому что они делают запрос в инженерную часть. Не все специалисты технического отдела имеют возможность ответить. Они делают запрос, соответственно, получают и отвечают вам. Вот. Далее мы с вами состыковываемся и по ходу шагаем именно правильными шагами. И маленький такой очень важный момент, даже не маленький, а важный момент. Мы не вычеркиваем партнера, участвующего в процессе запроса. То есть партнер, участвующий в процессе запроса, он идет с нами до последнего. То есть до момента реализации и потом, естественно, соответственно, получает свои составляющие. И мы все очень в этом плане очень довольны, потому что наш проект родился, наш проект пошел в жизнь, и он осуществился. Это очень важно, да? Очень важно. Вот. И... Ну, в принципе, все. Это то, что обязательное присутствие, я уже говорил, и о том, что компания не бросает партнера, а на этих первых шагах помогает в лице моем, в моем лице, помогает совместно, корректно вести заказчика. То есть заказчика, еще я вам честно скажу, что нужно, его нужно тоже, ну, я скажу такое слово, проверять, потому что очень часто, вот в моем сейчас, вот в моем подразделении, очень часто, когда начинаешь проверять заказчика, смотреть, где он, что он дает о себе информацию, ты начинаешь проверять, а потом смотришь, компания пустышка, она практически, она существует, но она ничего не делает, так понятно, здесь начинаешь проверять, не идет несостыковка. Не идет несостыковка, и при следующем назначаешь следующую встречу, при этом говоришь, что прошу вас объяснить, почему компания, почему вот это, все, человек пропадает. То есть такое тоже бывает, а это уже оттяжка времени, ушло время, мы потеряли, но тем не менее мы не попали в просак, как у нас была ситуация, если вы помните, когда мы объявили проект, и для нас это было вау, потому что это был первый проект Сан-Бернардино, да, но тогда мы не проверили вторую сторону. А вторую сторону мы начали проверять только тогда, когда объявили проект, что у нас вот такой проект, что мы готовы вот это все сделать, вот здесь вот так, вот так, вот так. И потом, когда наш юрист запрашивал документы соответствующие для того, чтобы состыковать все, и было все правильно юридически, и получилось оттяжка с той стороны. Оттягивалось, не делалось каким-то образом от этого. И потом все-таки в итоге выяснилось, что оказывается тот человек, вторая сторона, совершенно вообще, от слова совсем, не хотел строить дорогу, а ему нужно было строить недвижимость. Недвижимость, и за счет этого, за счет нас он хотел каким-то образом там, то есть мы, очень хороший опыт. Очень хороший опыт, как не нужно выдавать ранее информацию, не проверив ее, не проработав и не 100% быть уверенным. И второе, прежде чем начинать работать с партнером, с той стороной, ее нужно проверять. Вы думаете, нас не проверяет, то же самое проверяет. То же самое тык-тык-тык-тык заходит, видит все. Тот, кто видит, хочет видеть плохое, а тот, кто видит хорошее, видит сразу все составляющие,
все хорошие. И если ему чего-то не хватает, он начинает запрашивать, и мы еще предоставляем. И это очень тоже важно. И это очень важно. И еще очень важный положительный момент, конечно же, вот я сейчас включу видео. Мы сейчас видео просмотрим, а потом я прокомментирую. Знаете, я очень рад, что вот наша SkyWorld Community, наша площадка имеет возможность сделать, вот, пускай даже тех маленькое количество вот этих вот ребят, маленькое количество детей, вот чуточку счастливыми. Это очень дорого стоит и очень важно именно сейчас, именно в этой составляющей, когда вся планета у нас трансформируется, вы видите, что происходит в мире, да, все перестраивается и остается только светлое и только то, что несет свет. Поэтому наш SkyWorld Community, наша площадка, вот это был не пиар, это был не, знаете, как бы на камеру работа, это было общее решение от сердца, потому что в той стране, где ребята были, где коллеги были, она очень бедная и очень... кварталы, это в тех, которых вот вы видели, бедные люди живут. И вот эта маленькая школа, маленькое количество детей, они получили вот эти подарки. И когда они радовались, вот эта радость и свет, и пускай это будет маленький такой лучик, но тем не менее, вот SkyWorld Community сделал такой шаг, и это тоже дорого стоит. Я очень рад и, знаете, держу вас в курсе, и очень рад, что мы идем такими правильными шагами, именно в это тяжелейшее время, когда очень трудно работать, правда, очень трудно. И возможно, что вот на следующее 20 числа у меня будет еще одна презентация. Я подготовлюсь, может быть, что-то такое все-таки сделаю, между строк скажу о проектах, скажу о именно шагах, как мы выстраиваем коммуникацию, где мы что, где у нас проскальзывает, где что, какие моменты есть ключевые, да, и что-то еще, но тем не менее я знаю точно, что Юницкий String Technologies и головная компания, непосредственно Анатолий Радович и Юницкий и Надежда Косарева, они тоже готовят информацию, они тоже к Новому году готовят нам такие подарки информационные. Я знаю, что у нас будут подарки, я знаю, что наши технологии быть. Почему? Потому что, вот честно скажу вам, ни с одним человеком, вот практически ни с одним человеком, с которым я разговаривал, ни на секунду не было непонимания, что им это не нужно. По разным причинам, где-то как-то у них, может быть, не состыковывалось, там, допустим, трасса не подходила именно это, и они хотят сделать вот это, и посредством вот этого, они посредством переговоров с другой стороной они вернутся, но ни один партнер, ни одна сторона, которая к нам обратилась и которые пришли, которым мы рассказывали, ни одна сторона на сегодняшний день не сказала, что нет, технология дурацкая, технология никакая, вообще непонятно, что это такое и так далее. Практически все были воодушевлены вот этой целостностью и вот этим вот масштабом, то есть захвата, то есть концептом, о котором я говорил в начале, о котором говорил. Мы цитировали Анатолия Радовича, помните, в начале, те, кто немножко подзабыл, можете вернуться в первую часть и еще раз пройтись. То есть о концепте, когда приходит партнер, он
включаясь на первом шагу, он вливается вот в этот весь концепт, доходя до Spaceway и понимает глобальность и грандиозность проекта. Все, и он останавливается и говорит: все, я с вами. Я с вами. Это очень важно и дорогого стоит. То есть обратная связь всегда положительная. То есть всегда положительная. Есть, конечно, партнеры, которые находят там что-то, а нас там начинают дискутировать, переписывать, задавать вопросы, а почему у вас вот это, а где вы здесь. Но когда начинаешь четко, спокойно, ровно объяснять и показывать, что да, здесь у нас было вот так, но мы вот смотрите, что мы сделали больше, смотрите, что мы сделали вот так, а посмотрите здесь, вы не смотрите на эти части, потому что мы росли. Кто из вас не был ребенком, и кто не падал носом в землю, и кто не защищал девчонку, которую оскорбляли, и получал в нос, и текла вода, у меня текла кровь. У меня такое было, поэтому этому тоже все учатся, и все растут, и все понимают, и как нужно первым бить в нос, чтобы тебя не ударили первым другая сторона. Я к тому, что мы научились, я к тому, что мы стали взрослые и понимаем теперь, как надо делать по-взрослому правильно и верно. И это дорогого стоит. Вот на этом я хотел закончить свой сегодняшний вебинар. Всех вас обнимаю, и нам всем удачи в этом году, и нам всем удачи в нашем деле, и я знаю точно, что мы это сделаем. Я это не просто знаю, я в этом уверен. Счастливо и до 20 числа. Какая дорога, какая машина, какие колеса, какой рейс, ну так далее.